7 октября военкоры Министерства обороны Донецкой Народной Республики очередной раз выехали в сторону Донецкого аэропорта. Ситуация на месте оказалась напряженной. Из разговора с Гиви, командиром отдельной батальонной тактической группы «Сомали», стало понятно, что уже достаточно долгое время на территории аэропорта находятся тяжело раненые ополченцы, которым нет возможности подобраться, так как целенаправленно идет обстрел со стороны украинской армии. Реально видят, что раненые лежат пацаны. Реально видят, что мы пытаемся их вытащить, просто вытащить. Без атаки, без ничего. Понимаешь? Вот только выгнали коробочку, решили с коробочкой взять. Открыли артобстрел. Все прекрасно слышался. Ну как их, ребят, наших вытащить? Там один 200-й и 3 300-х. Один тяжело раненый. Сейчас будем решать, как это еще раз пытаться будем вытаскивать наших ребят. А сколько машин за ним поехало? 2. Они там тоже остались, не могут выехать из-под обстрела, да? Да, я буду стоять ждать, пока этот обстрел пройдет, потому что если им там оставаться дальше, этот квадрат будет полностью накрыт, и ребят наших положат, которые рядом лежат. Уже близко, когда не подпускают, там чистое поле, только мы начинаем выезжать на парковку, они открывают огонь. А с танком какая история? Мы видели, он поехал тоже за ребятами. Нормально все с танком, он просто стоит, наблюдает, пытается понять, откуда ведется огонь, и он будет работать на подавление, чтобы сам себя не выявить и при этом найти точку противника, откуда ведется огонь. По данному месту, где находятся наши ребята раненые. Ну вот те ребята, которые на танке поехали, их прикрывали, да? Да, это я ездил сам лично. Их прикрывали, и танк остался там для того, чтобы работать на подавление. Когда он подавит огонь, ребята, которые находятся на аэропорту, ребята наших заберут и переправятся. В данный момент такая ситуация. Сегодня здесь более-менее спокойно, я смотрю. Ну, вчера тоже полдня было спокойно, а потом вечером насыпали нам тут. Не знали, куда, откуда ждать, откуда летит. Так что, вы поймите, я уже говорил миллион раз, я могу еще раз повторить. Заберите у них установки ГРАД и всю остальную тяжелую артиллерию, они перестанут воевать. Им просто не станет неинтересно. Вот и все. Если мы умеем воевать и артиллерией, и пехотой, то они умеют воевать только артиллерией. И то, как воевать. Разрушать наши города. И как-то не очень приятно. Извините. Уже на месте военкоры наблюдали, как за ранеными бойцами отправили Урал. Позже выяснилось, что его расстреляли. Тут же было принято решение ехать туда на танке. Огневая поддержка танка обеспечивалась с АГС. Момент происходит. Как ведут себя украинские товарищи? Это происходит все то же, что и неделю назад. Сидят, не выходят, обстреливают город. Мы пытаемся их выбить. Просто. А сейчас вот танк пошел, это раненые, да? За ранеными. Они обстреливают машины, которые мы отправляем за нашими ранеными. Мы не можем их забрать. Пытаемся любыми путями, даже с помощью танков. Ну вот сейчас, чтобы было более-менее безопасно, поехали ребята на танки, в том числе и Гиви вместе с ними поехал, да? Да, именно так. Угу, понятно. Спасибо. Позже подъехал и Моторола, который тут же включился в работу. Посылайте, Джамшу да Манама! Ты где, Манама? Мне нужен твой одежды и шапки! Лето! Этот, смотри, короче, где Вергель? Пусть на связь выйдет. Как выйдет ее? А он матроса, что ли? У него рация, я ему дал две рации. Одну Вергель, у матроса находится. Сейчас попробую от тебя вызвать. Я ему две рации давал. Вергель на связи с нашей, это матрос. А, я понял. Это...